Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в работе Государственного совета России. Участники заседания обсудили конкретные предложения по улучшению инвестиционного климата. Выявление наиболее успешных региональных практик по улучшению делового климата и внедрение их в работу – основная задача национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Каждый регион по-своему решает задачи улучшения делового климата. У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, я уже говорил об этом, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Повторю еще раз, вот я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно, это Татарстан и Чувашия, та же Тульская область, Калужская, Тюменская, Ульяновская, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы, Хабаровский край и Амурская область. Добавлю, что рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. И он уже стал хорошим стимулом для регионов. В Чувашии создаются условия для получения субъектами малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных услуг в шаговой доступности. Для этого во всех многофункциональных центрах будут открыты окна для оказания услуг бизнесу. Одним из свидетельств благоприятного инвестиционного климата в регионе является успешная работа на территории республики ряда зарубежных компаний, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев.